Ну, я точно не готовилась к этим отборам. Мы провели хороший сбор в Чайковском и пробежала контрольную в Чайковском 23 числа. И очень сильно хочу на мир попасть, поэтому решила, что поеду еще на отборы. Получится, получится, нет, нет. В общем, это просто для меня старт и проверка себя, и не больше. Ну и как проверку эту оцените? По ходам, по стрельбе, как пока, наверное, правильно идет работа летом, скажем так? Ну, я думаю, что все идет, конечно, по плану, все идет правильно. Мы серьезную работу выполняем, но это такая небольшая проверка, да. И, во-первых, стрельбой я не скажу, что довольна, но все-таки один штраф. Но даже если бы я ноль стреляла, я бы все равно проиграла, поэтому ни капельки у меня обиды нет, на что готова, то и показала. Жемчужина Сибири, ее трассы летом так же круто, так же сложно, как зимой, или по-другому немножко? Это моя родная, любимая трасса, поэтому я здесь все знаю и силы уже распределяла, знала, где, что и как.